Дорогие земляки, с большой благодарностью и огромным уважением поздравляю вас с новым 2024 годом. Мы с вами преодолели все, справились со всем. Как правило, когда мы поздравляем друг друга с Новым годом и в предыдущие годы, желаем чего-то себе полегче, попроще, но жизнь поставила перед нами совершенно другие вопросы, и я благодарен каждому из вас, каждому забайкальцу, и тому, кто находится на специальной военной операции, их членам семей, каждому жителю нашего края, на самых разных постах, в самых разных местах нашего проживания. Огромное спасибо за то, что мы со всем справились, все сделали вместе с нашей великой страной, с нашим самым сильным в мире политическим лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, мы побеждаем на фронте. Безусловно, мы смогли сохранить нашу экономику и обеспечить ее ускоренное развитие. Мы наращиваем заработные платы. Мы с вами справились и с коронавирусом, который потрясал весь мир. Справились с самыми мощными пожарами 2019 года, самыми большими наводнениями в нашей стране в 2021-2022 году. И продолжаем справляться со всем. Строим и ремонтируем сотни объектов. Детских садов, школ, поликлиник, больниц, предприятий. Предоставляем новые рабочие места. Увеличиваем заработную плату и благосостояние. И сегодня я хочу пожелать каждой семье, чтобы та новая сила, которую мы обрели, которая сделала нас достойными наших предков, достойными того исторического времени, которое легло на наши плечи, поблагодарить за это и пожелать каждой семье благополучия, любви, даже если кого-то нет рядом, чтобы он был все равно окружен заботой, вниманием, теплом. И нам нужны крепкие семьи, настоящие сильные отцы, верные заботливые матери, внимание к нашим старшим и воспитание наших детей так, в наше веке гаджетов, смартфонов и интернета, чтобы они были достойными сынами нашего великого народа. С новым 2024 годом, друзья!